Всем добрый день, меня зовут Юлия Степанова, я создатель бренда Амата. Все эти вещи я создаю своими руками, и это коллекция, которая у нас поедет в Санкт-Петербург. Ее можно будет купить только там. Давайте сейчас сделаем полный обзор. Вот такое роскошное платье дизайнерское. Начинаем сразу с хитов. Один рукав у него сделан бежевый, а другой, посмотрите, какой роскошь. Платье можно носить как на эту сторону, так и на эту. Оно абсолютно симметричное. Дальше. Вот такой комплект. Можно собрать из наших вещей. Это наш хит топ-перекрут. Сделан из шелковой вискозы. Очень приятная ткань, натуральная. Сюда мы добавляем брошь из бархата. Она съемная. И вот такую юбку с драпировкой красивой. Кстати, эту юбку можно носить еще и как платье. Можно ее поднять и одеть вот так, как бандо. Будет платье длины миди. На вечерний выход супер. Так, и вот так будет выглядеть этот топ. Перекрут, который я сейчас показывала, без броши. Причем его можно носить. Не хочет висеть, хочет продаваться. Можно носить и вот так делать перед. То есть будет у вас закрытый топик, а на спине будет вот такая красивая драпировка. Либо передом носить. Это по желанию. По ситуации, кому куда идти, смотря. Такой же топ у нас из вискозы, который называется кобра. Вот такая расцветка. Под нее у нас идет вот такая юбочка. Тоже она с узлом. Летом будет супер, не только весной. Комплект из королевского велюра. Это вискоза с шелком, очень приятная ткань, просто не захотите снимать, это уже проверено многими нашими покупательницами. Вот такой лонг с капюшоном и с запахом. Вот этот запах можно будет спускать, вот так вот на плечи спускаешь, получается красивое декольте. И носить на каждый день, либо на выход, кому как. Следующий лот. Вот такой топ-перекрут из блестящей серебристой вискозы. Это люрексовая нить, которая вплетена в вискозу, поэтому он не линяет, из него не сыпятся блестки. Он очень нежный, приятный к телу. Большая редкость для блестящих тканей, между прочим. Вот такой лонг можно носить передом или так, или так. И под него я предлагаю серебряную юбку. Тоже стала хитом. Она где-то длины миди. Легко комбинируется с пиджаками, можно добавлять сюда свитшоты, какие-то бомберы, то есть разбавить ее вот эту нарядность более повседневными вещами, либо на выход носить ее вот с нашим лонгом. Богемный вариант выхода, но при этом очень комфортный. Кимоно из королевского бархата, на все размеры подходит, и под него есть вот такие брюки. Брюки палаццо. Свободные, удобные. Будете носить не только с кимоно, но и вообще не захотите их снимать. Мини-платье с клешенными рукавами и со съемной брошью. Брошь девчонки крепят кто сюда, кто на талию, кто просто отдельно ее носит как аксессуар. Тоже очень приятное теплое платьишко на весну. И вот такие комплекты из этого же королевского велюра у нас можно будет собрать, например, с юбкой Макси. Вот такой вариант. Юбку можно носить и вот этой стороной перед, и вот этой. Если надеваем назад, то получается такой прям очень аппетитная попа получается. Так, комплект вот такой, например, можно составить. Можно взять вот такой лонг. Эта роза тоже у нас съемная, это брошь. И можно ее носить. Этот топ можно будет носить просто ровным прямым на каждый день, например. И можно его сочетать тоже с этой же юбкой, например, будет как платье смотреться. Можно с мини-юбкой сочетать, у нас есть еще в комплекте. Вот такой комплект, очень крутой топ с подплечником здесь. Объемные плечи из моды не выйдут, видимо, уже долго еще. Уже какой сезон это актуально. Здесь по боку идет драпировка. Можно носить на любую сторону, у него нет переда-зада. И к нему идет вот такая юбка, можно ее добавить с цветком, цветок съемный. Можно носить ее, эту юбку передом с драпировкой здесь, ну, либо надевать ее назад, и будет тогда у вас красивый силуэт. Дальше.
Вот такой комплект можно составить с нашим хитом кружевные брюки. Ой, начинаем с юбки. Есть и брюки, и юбка. Вот такая юбка из кружева у нас есть. Ее отлично добавляем каким-то образом. Ну вот на мне сейчас, да, жакет и футболка. Вроде бы совсем не гламурно, но если добавить к ним вот такую юбку поверх, прям можно поверх кожаных брюк или лосин, или шорты у нас есть в комплекте, то будет смотреться очень необычно и нарядно. Я еще предлагаю в комплект вот такую платье-тунику. Сочетать вот так платье-тунику из велюра и нашу юбку. Еще в комплекте идет розочка на шею. Помимо этого, можно эту юбку сочетать с нашими шортами. Специально создала, чтобы их можно было, у кого нет своих, можно купить у нас и добавить вот так, будет не просвечивать. Да? Эти же шорты можно добавить к нашим брюкам. Брюки под удлиненные жакеты оверсайз, это просто хитяра. Очень круто смотрится, необычно до сих пор. Я понимаю, что это тренд этот с нами уже не первый день. Но, тем не менее, посмотрите, какая находка для гардероба модниц. Так просто и так сразу круто смотрится. Шорты можно пойти, эти брюки тоже. Комплект из вот такой блестящей, красивенной ткани. Это стретч, но он не очень сильно тянется. Но самое приятное, что он не колется, как многие блестящие ткани, и не облазит. Вообще, специально подбирала ткани, за которые не стыдно. Роза вот эта съемная, это у нас брошки. Можно ее перецепить на шею на ленточку, например, да, или там на руку как браслет носить. Если вы не любите цветы, можете вообще ее снять. Под нее есть юбка, можно носить ее вот таким комплектом. Либо вот так надевать вперед драпировкой. Можно соединить их цветком между собой. Да, и получается платье. И есть также мини-вариант. Если вы Макси не любите, вот такой у нас есть мини-юбка. Тоже ее можно соединить этим цветком вместе с топом, и будет получаться платьишко. И, кстати, еще вот эта юбка может быть не только юбкой, но и топом. Надеваем ее под пиджаки, например, да, какие-то кардиганы. И тоже круто очень будет смотреться. Так, на мне не очень понятно. Ну, суть ясна. Большинство вещей я стараюсь сделать так, чтобы их можно было носить не только на праздники, и чтобы ваши покупатели не говорили, вот, куда я потом это надену. Много куда, потому что вместе эти вещи смотрятся как вечернее платье. Ну и по отдельности этот топ вполне можно носить на каждый день с джинсами, кто как любит. Эта роза тоже у нас снимается. Получается просто ровный, ну вот такого плана, просто ровный прямой топ. Юбка также с драпировкой на попе, но можно повернуть и наперед, кто как любит. Из этой же ткани у нас есть комплект, вариант мини. Да, вот здесь этот топик у нас представлен без розы, чтобы вы понимали, как он выглядит. И к нему идет вот такая мини-юбочка, которую опять же мы можем носить и как топик под какие-то жакеты. Ну вот вместе они составляют комплект. Продаются они по отдельности. Тяжелейший люкс, да? Пошли вечерние платья. Вот эти платья действительно созданы для того, чтобы создавать эффект вау. Никаких носить на каждый день. Это только для тех, кому надо выйти и произвести очень крутое впечатление. Сделаем обзор на них. Значит, вот такое платье с узлом. Здесь большой вырез. Можно заколоть, кому слишком. Драпировка очень красиво формирует декольте и талию. Черное платье такое есть. Есть в стиле Голливуд, точно такой же дизайн, но без рукава, и здесь встроены у нас подплечники, поэтому они будут держать форму и создавать очень модный сегодня силуэт. Ткань уникальная, больше ее не будет, это не то чтобы я вас пугаю, чтобы вы покупали скорее, такой потребности у нас нет, к счастью. Эти вещи действительно создаются в единственном экземпляре и очень быстро находят своих покупателей для тех, кому надо выйти и быть единственной. Вот такое платье со съемным цветком. Это тоже съемная брошь, можно носить ее как-то потом отдельно. Если вы не любите цветы, можете сразу убрать. И вот так оно выглядит. Потрясающая ткань. Такое темное золото. Ткань, кстати, не облазит, очень хорошо тянется. Очень мощный стрейч, как бы показать. Прям очень хорошо оно тянется, как резиновое, видите?
Поэтому отлично садится на все размеры. Благодаря драпировке не видно нижнее белье, что-то там, какие-то вещи, которые хотелось бы скрыть. У каждой девушки есть секреты. Секреты зимних килограмм, да, я их называю. Но в этом платье будет не видно. Вот такое платье из кобры. Это вискоза, очень приятная ткань. Просто по фигуре, и сверху у нас вырез лодочка. Можно делать ее закрытым вариантом, и можно немножко растянуть и спустить на плечи, будет вырез кармен. Добавляйте аксессуары, крупные браслеты, серьги, будет просто шикарно. И при этом его можно носить будет и не только на праздники. Оно такое более спокойное, все-таки не золото. Классическое платье лодочка, королевский велюр, стиль Old Money и так далее, это все сюда. Добавляем красивые аксессуары, спокойную укладку, качественный макияж, и будет просто люкс. Дальше. Платье. Вот такое синее. Оно у нас сделано с одним рукавом. Необычная драпировка впереди, декольте. Ну, здесь вырез, животик будет видно. Остаться незамеченной вообще никак. Это, конечно, на выход шикарная вещь. И последнее на сегодня. Вот такое платье мини, тоже с драпировкой узел, в красном красивом цвете, такой алый, как он и должен быть. Здесь стоят подплечники. И оно прям коротенькое. Тоже очень классная вещь. Ждем вас за покупками.